Всем доброго дня. Так, сегодня у нас вторник, 12 число. Так, ну не знаю, что там будет с погодой. Сейчас везде ведь как, то снег, то дождь, может пойти в любой момент. Я вчера пошла, посадила патиссоны. Меня видно? Да, хорошо. Патиссоны посадил. Сегодня, если Бог даст погоду, порадует, вот, может быть, что-то еще. Посажу. Так, ну что я там? Пельмешки сегодня. Я послала Эмиль, говорю, купи пельменик. Вчера что-то так понравилось. Надо еда, это однообразие. Ну как объяснить? Надо еда это. Хочется что-нибудь такого. Давай. Можно я сам сниму? Да мешаю. Подожди, я как его. Сам пам, сам пам. Картошку поставлю подогреть. Да хватит, нормально она, по-моему, или нет? Какая нормальная, чё? Есть чем что-то говорить? Ну, пельмешки красивые, чё? Сколько килограмм? 216? 219. А, 219. Это какой магазин ты ходишь? Дубки. А. На втором мече. Ой, на Больше Славы. А. Потому что хотелось чего-нибудь такого по-недорогому. И помесистей. Так, а это я вчера тут картошечку приготовила, короче. Вот такая вот. Просто картофель, лук, мясо, специи, морковка, как его. И плюс еще в конце, когда уже почти все было готово, я это... Тут мешай, наверное, все-таки левой рукой, потому что ну, ты рукой тут в кадр заводишь. Тут курицы-то мало было, вот. Как объяснить? Косточки запах отдала зажатый. Даже корм сейчас не ест. Пришла, потусовалась и пошла. Со Семеном, я говорю, с утра, это я ей глажу, я говорю, мы с Тамарой ходим пары. Вот. Семену прям я это, им поесть накладываю, ну, ей вернее, гляжу, она с ним идет. Я говорю, ну, прям вдвоем подошли такие, обои прям, да. Вот. Он от нее не отстоит, короче, да? Да, она даже корм это и то. Ну, я ваши тоже красивые получились. Вот такие вот. Мама уже взяла. Такие вот. Вот. Ну, они такие простенькие, ну, такие. Так, а сейчас тут картошку и суп еще надо перекипятить. Нет, суп я уже не буду. Пол кастрюли тут осталось, мама брала уже. А картошку я вчера наготовила тоже. Ну, а пельмешки хорошие. Такой вот денек, а все ничего не посажу. Я решу, короче. Сейчас я включу свет. Я решил включить свет. Да. Вот. Я решил вот так вот положить. Угу. Вот. Правда красиво? Угу. Аромат. Вкусненько. Приятного аппетита, на здоровье. Спасибо и тебе. Добро, благо, здоровья. Угу. Я бы... Это... Так, это как уже сегодняшний день. Среда, 13 число. Потому что там видео, они пойдут, как и вчерашние, и следом. Мне объяснить, просто чтобы спутаницы не было. Так как я это попросила все вместе смонтировать. Сегодня средовые. Я попросила Эмиль, короче, съесть. Мне ни с того, ни с сего, ни с той, как это. Припекает. Вот хочу и все. Но хочу. Это. Купи, съезди, говорю, с творог. Творог дороговато. Вот. Я не особо умею делать. Захотелось мне вот сырники. Он говорит, мам, 25 рублей штука. Всем по одной. Я говорю, ну ладно, возьми. Вот. 4 сырника. Угу. Сейчас я их накрою. Второй сковородой. Угу. Вот. Так. Все постирала, все проплащу как следует, повесила. Это, замочила Эмилю старые теплые, эти, как их,
штаны. Ритузы. Ну, не ритузы. Он говорит, давай мне нафиг, больше не нужны. Я у них там капельку разорвана. Я говорю, ну они еще пока нормальные, говорю. Я сейчас в этих хожу. Кофту-то теплую выстирал. Я сейчас в этих хожу. Купаться не будешь? Приводить себя в порядок. Не знаю, у меня сегодня сил вообще нет, я сонный. Ни сил нет, мышцы все нарывают, болят. Ой, разогнулся. Это... Что я говорю? А, я говорю, нет, не надо выкидывать. Они тоже еще пригодятся. Постираю да уберу, что они месяц ли пролежат. Хорошие штаны проплачу, постираю. Так, ну, в общем, сейчас сырники это и... Три котлеточки. На 70 рублей. Да, не хватило, а то я говорю, на проезд не хватит. Ой. Я думаю, нам... Много дешевле. Это... Ну ладно, три котлетки, короче. Я на диете. Да уж, хрен я на диете. Я вчера говорю, я один раз буду есть за день. Все, поел, сегодня больше не буду. Вечером хожу с колынца. Вот, блин, какие же мы всему искушению подаюсь. Вообще-то надо завтракать, обедать, но не ужинать. А ты видишь, ты обедаешь и ужинаешь. Неправильно. Надо... Почему? Я иногда наоборот. Завтрак такой, что как будто это, на целый день. На... У меня все по-разному выходит. Либо я иногда практически, вот сегодня я еще пока ничего не ел, ты ничего не ел, правильно? Да. У меня по-разному выходит. Да подожди, как его... Сейчас не трогай, еще корочка должна образоваться. Ёлка, у меня все, повар и плотник. Какой я плотник? Какой? Плотный какой! Ах ты! А чё? Разве не плотный? График. Есть плотный, всем плотный. Плотный, всем плотный. Всем, всем плотный. Так, в общем, запах прям... Вкусно пахнет, не могу, прям. Ну давай. Ну все. Котлеты пока жарятся, в общем, вот такие вот получились вот. Ну хороший. Можно разрезать, даже посмотреть. Дай вилочку. Низе, аристократы. Вот. Вкусно. Близко не люблю. Ну все, мне котлет переворачивать. В общем, нормальная, да? Да. Я четвертинку, короче, съел сырника, подожди. А, сырник? Я кусочек съел. Остальное все тебе отдал. И котлеты не ел. Я еще нет, я одну только съел. А, и бабу брала. Я с утра съел, короче, четвертиночку сырника. Ровно четвертинку. Чисто покушала. Целый день гоняюсь. Это целый день. Картошка 80 рублей с лоська. Вот это вот по 30. 2 килограмма 700 грамм. 30 рублей. Такая горох. Белый. Я сыр. Ой, похоже, это. Зато вот хлеб в магазине от по 20 рублей. Копал батон. Это спасибо это. Что такой хлеб? Я подумал, смалец. Это смалец расхватывает за ровно секунду, короче. Ай, паштет. Стоит ему только привестись, короче, его уже нету. Вот. Вот такой вот взяла попробовать. Продегустируем вместе, друзья. А, сказал я. Сказал я про авокадо, чтобы была гнилая, но она, естественно, на чем я виноват, что все может попасться. Вот. Так, это котлеты в литуновском магазине. Хорошие рубленые, как бы такие. Как рубленые, типа, мясные. Что
лучше, ты смотришь, это свежий, это хороший. Я знаю, я просто показываю. Хороший, какой-то. Это фрикадельчик, катерчик буквально. Квадратный. 300 рублей килограмм, я взяла чисто 300 грамм. Я даже не помню, сколько, 200 чем-то грамм, что 270. И еще паштет взяла. А это уже 35 рублей. Угу. Вот, а этот 40, что ли, по-моему. 40, по-моему. Так. Так. Ну, тогда я поближе сниму. Так, а тут цитрамон, это все, мам. Так, вот такая. Угу. Да, я сниму сынок, если можно. Мне надо поближе снять. Ну я близко, чё тебе? Не нравится-то. Второй-то можно ушли показывать. А, нет, я не торопаюсь. Если такое оторопишься, то можешь. Нет, я не торопаюсь. О, лук. То я все уже посадила. Угу. Что покупала. А мне скучно, как говорится. Хоть что-то надеюсь. Че? Укропчик. А, укропчик. Да. Бананы по 50 сегодня будут оценены. Угу. По 50 рэ. Да ничего нормально. Так нет, бабин. Можно очистить один даже проверить. Они все нормальные. Банан нормальный. Какая я по 30 рублей взяла. Вот такой лук. Свеклу. Ну тут грамм один, но ничего страшного. Салат можно даже какой-то. Можно там что-нибудь сварить, конечно. По 30 рублей. Я поценил кто-то. Ну вот и все. Сними ее. Что ты себе так мало? Лицо сними. А, так и сказал. Я не понял просто. Ну, давай поменяй сюда. Я сейчас буду суп с фрикадельками готовить. Салат сейчас понаделаю. Так, вот чистый юг. Я ей котлетку ел. Это юг. Это как его. Сейчас я свеклу, как его, сделаю свекольник или что-нибудь. Сейчас салат сделаю. Обычный. Как его. Вот такие вот котлеточки. Ладно, я себе одну котлетку возьму. Они мясные вкусные. Ты салат съем и хватит на сегодня. Может, еще бананчик съем и кусочек хлебушка. Может, вот там, я не знаю, вот такой синенький там кусочек тортика. А, тортика с чайком есть сахар. А, по-моему, сахар нету. Нет. Это как его? А, паштет я вынесла. А, ну, в принципе, он и так... Из холодильника паштет может полежать. Сладкий, в принципе, с чайком. И так жирный. Я сейчас еще суп поставил с фрикадельками. Сейчас подсолю, а ты есть кисуля. Угу. Так, сейчас я либо свекольник с фрикадельки, взяв чего тут съедали. Порядки надо быть свои. Приветствую всех. Так. Сейчас. Ну все. Так, ну иди сюда, ты куда уперся? На салатик показывал. А, это... Обычный свекольник, как свекла, красный лук, чайная ложка адыгейской соли, она не очень соленая. Вот. Она со специями, такая с приправами, вернее. Вот. Как его? Свекла, фрикадельки 300 грамм там где-то. Фрикадельки мясные, прям навар с них пошел. Это соль чайная ложка адыгейская. И капелька сладкого красного вот этого лука. Так, здесь сейчас
как его, кальраби на мелкой терке, свекла, как его, укроп, красный лук на терке тоже, на такой средний, а это уже на мелкой, свекла и кальраби. Думаю, хватит соли. Так. Я еще не ела, мне некогда. Вот так вот я кручусь. Да? Я сегодня, интересно, сяду, поем. Вроде отделалась, по-моему. Маме очень понравились эти дренюшки. Она это вот котлеты наберет полный рот и сидит. А эти, как их, прям за 5 секунд с кашей. Она и овсяную, кажется, утро варила. Такой нежный. Это... А сырники она одобрила. За 5 секунд, говорит. Вот, говорит, купить штук 20, мама говорит. Я говорю, так это 500 рублей надо. 25 рублей штука. Тебе? Чё тебе? У меня нету денег. Купать тебе. Все, тебе ничего не купи. Иди мышок лови. Ну все. Сейчас я салат помешаю. Пошла мышок ловить, послушай. Сейчас три. Так, масло закончилось. В общем, красный лучок, вот этот вот, я потёрла на тёрточке. Свёколка, кальраби, укроп, немного подсолнечного масла, капля адыгейской соли по вкусу. Вроде бы и простенько, но и свеколечка обычная тоже сварится с фрикадельчиком мясным. Ну, вот так вот.